Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде головний редактор журналу «Громадське слідство» Григорій Козьма. Вітаю вас. Вітаю. Ну, ті, хто слідкує за вашою сторінкою у Фейсбуці, вже побачили такий яскравий логотип, написано «Концепція», так? Звернули на це увагу. Сьогодні ви прийшли до нас в ефір більш детальніше розповісти, бо ну, дуже цікаво, знаєте, воно чіпляє, скажімо, цей логотип, і хочеться дізнатися, що ж такого нового з'явилося. Отже, Кабмін доручив облдержадміністраціям розробити стратегію розвитку області на 2021-2027 роки. Так? Так, ви про це дізналися і, там, можливо, як інші теж кандидати, вирішили прийняти в цьому участь. Бо потім, якщо якась з ваших концепцій буде затвердять, да, вона буде ще фінансуватися. Так? На це держава виділить якісь гроші. Отже, давайте з вами почнемо з того, чому саме вирішили прийняти участь і що спонукало запропонувати аж 5 концепцій. На самом деле я решил принимать участие в брейншторме, который организовала обладминистрация по подготовке и рассмотрению концепции по нескольким причинам. Первая – это такая личная причина. Я житель изначально Одесской области. В Одессу я переехал в 2012 году. В период 2006-2010 год я был сельским головой в селе Озерное Измайльского района. Это самый большой населенный пункт Измайльского района. Множество проблем области мне более понятны даже, чем проблемы города. И иногда я наблюдаю очень большой отрыв между тем, чем нуждаются в области, и тем, как это видят и понимают областные власти. Что такое там, областная администрация, областной совет, ну, чиновники этих учреждений? Это, как правило, люди, не живущие там. Это люди, выполняющие какую-то административную работу в этих органах. На самом деле, просто приезжают туда и спілкуются десь півгодинки-годинку, а треба там жить, чтобы знать. Я называю этот формат встречи два раза в год. Один раз на день местного самоуправления, один раз в 4 года на выборы. В принципе, держава или органы державной влады живут сами по себе, а громады сами по себе. Сейчас идет активный процесс децентрализации, который обнадеживает изменениями. На самом деле они есть и будут, и в этом нет ничего плохого. Децентрализация – это на самом деле хорошее и правильное государственное строительство. Но громады, которые не объединились, или которые после децентрализации, громады столкнутся практически с теми же проблемами, которые у них были до. Полное отсутствие глобального или стратегического подхода к решению проблем громад. Меня заставило участвовать и инициировать свои концепции то, что в основном в громадах нет элементарного. Да? И в одной из концепций я говорю о канализации. В то время как громадам пропонуются какие-то фантастичные речи, какие я сравниваю, и не хотел бы обижать ни одну из громад, я сравниваю громады с устройствами, с гаджетами, которые чиновники почему-то свои гаджеты все время обновляют, улучшают, покупают лучше, скачивают себе обновления, приложения. Новые программы, так. А громады остаются на уровне Pentium 1. И я не видел ни у одного из чиновников, чтобы он пользовался телефонами 20-30-годичной давности. Да? Все они обновляются. Вот я вижу и понимаю так, на современном языке большую необходимость прокачивать населенный пункт, апгрейдить их, обновлять. И если к этому не подходить существенно, то все эти танцы с бубном, все стратегии развития, они больше громкословны, чем полезны. Поэтому я разбил в своем понимании то, что я вижу, на 5 категорий, на 5 аудиторий, и для каждой аудитории подготовил одну концепцию. Ну, в принципе, таким образом, я пошел. Отже, 5 концепцій. Давайте ми більш детально зупинимося на кожній з них, так? Так. Бо ми ж розуміємо, що, можливо, будуть прийняті всі 5, а можливо, якась з них. Отже, насамперед, якою була перша? От яку першу ви створили? Першу, на самом
самом деле все концепции между собой в моей версии, они между собой связаны. Uh-huh. И немножко вытекают одна из другой. Но я первой сделал концепцию номер 5, которую представил последний. Концепция номер 5 заключается в том, что в 2014 году, когда состоялась агрессия Российской Федерации в отношении Крыма, Донецка, Луганска, и которая продолжилась и продолжается, когда Украина максимально мобилизировала все свои военные силы, отправила туда, к этому подключились волонтеры, добровольцы. Все действовали из каких-то правильных, добрых побуждений помогать, спасать, защищать свою страну. Сегодня идет некое сближение, скажем, да, отношений с Россией, очень умалчивается, а в некоторой мере дискредитируется движение участников АТО. Я вижу, у меня очень много знакомых в этой среде, я очень уважаю людей, которые стояли и стоят на защите государства, и вижу, как их держава обманула. Обманула тем, что их оставили на обочине со своими проблемами и наедине со своими проблемами. И то, что было гарантией закона, что им положено жилье или землю под строительство домов, оно в принципе где-то есть, но никто это не гарантирует. И я предлагаю в своей концепции номер 5, которую на самом деле я первой составил, это в качестве пилотного проекта в Одесской области решением либо Кабинета министров, либо постановой Кабмина, либо решением Верховной Рады Украины создать новый населенный пункт, которого ранее не было, с количеством домов от 1500 и более, и просто за один раз с масштабным подходом решить проблемы большого пласта участников АТО, таким образом показав, так сказать, выровняв одну большую несправедливость, показав, что держава имеет, может и хочет иметь большой масштабный подход к большой проблеме, мы бы показали своим западным партнерам, которые оказывают нам военную, гуманитарную помощь, то, что мы не только готовы воевать, мы заботимся о реабилитации участников АТО. Мы бы посеяли непонимание и небольшой разлад в рядах, и в информационных рядах агрессора, которому точно не понравилось то, что мы заботимся о своих гражданах. А в самую первую очередь мы действительно решили бы одну проблему. Мы бы решили за один раз проблему этих людей. И если мы строим новую державу, но мы не готовы строить новые объекты, тогда мы будем еще 100 лет белить амбулатории известью и говорить о каком-то влиянии Украины на внешнем политическом рынке. Мы не можем. Это вопрос внутренней политики, это вопрос очень важный во внутренней политике. И независимо от того, как будут развиваться отношения там, с другими странами, с Россией в том числе, с 2014 года и по сегодня эти люди пошли добровольно и добросовестно защищать страну. Их оставлять на обочине нельзя. Я не участник АТО, но я не буду умалчивать, соглашаться с тем, что вот этих людей обманули. Это неправильно, я не хочу на этом спекулировать. Я предлагаю концепцию, которую буду и далее озвучивать, отправлять президенту, кабинету министров и инициировать и настаивать на создание нового населенного пункта. В качестве альтернативного варианта я предложил расширение города Теплодар. Угу. И это не должно быть какой-то гетто или изоляция. Это должен быть большой, мощный подход к решению одной большой социальной проблемы. И поэтому эта концепция у меня как бы родилась первой. Ви сказали про Теплодар. Я не знаю, наскільки я права, можливо, щось змінилося, але я чула, що місто не гайсифіковане. Це так? Я, якщо чесно, не можу сказати. Так? Ну, я теж не знаю, правда чи це ні, але від багатьох людей чула, що є там така. Знаєте, ну давайте тоді ми підемо от п'ята, четверта і вже до першої. Да. Так? Ви працювали на селі, ви дуже знаєте звичайних людей, це людей, які все життя дуже важко працюють. Так? Я читаю так і думаю, людина, як такі дуже
знаєте, я розумію, що так треба писати, бо це надається фаховим людям, але давайте ми будемо трошечки таким, знаєте, язиком більш доступним так для більшості, для сприйняття більшості людей. Ось четверта концепція, так? Трансгранична інфраструктура, єврорегіони, субрегіони, переход на новий уровень влияння в басейні Чорного моря путем строительства трам-та-та. Якось воно таке, знаєте, завуальоване. От я б хотіла, щоб ви більш доступними словами роз'яснили, okay, що себе являє четверта концепція. Окей. Четверта концепція, ее название «Трансграничная инфраструктура, еврорегионы и субрегионы». Значит, Одесская с 91 года. Одесская область является членом, а скорее всего с 97 года, членом некоторых международных организаций, в которые она состоит и по сей день. Она исправно платит членские взносы. Как правило, это еврорегионы. Еврорегионы – это такие международные организации, созданные двумя или тремя и более странами на внешней границе Евросоюза. Их задача создавать такие экономические и культурные буферы между Востоком и Евросоюзом. На них выделяются деньги. И в 97 году Одесская область стала учредителем одного из таких еврорегионов вместе с Молдовой и Румынией, участвует в этом. Уже более 20 лет у этой организации есть устав, есть штат, есть люди, есть проекты. Цель, по которой она создавалась в 97 году, была создание или строительство организационной инфраструктуры, чтобы в каждом районе области было коммунальное предприятие или организация, или специалисты, готовые, способные абсорбировать деньги Евросоюза. Или как мы их называем, там, гранты. Но гранты не на общественные организации, а гранты на державное строительство, на усиление местного самоуправления. Так вот, сегодня мы спустя 20 лет имеем ситуацию, когда еврорегион развивается в принципе только в Измаиле, что является неправильным, неправильное соотношение потраченного времени и средств и полученного результата. Измаил – это моя вотчина, я как бы, может, неэтично выступать против, но я считаю, что Одесская область – это не только Измаил. И Одесская область – это все районы области. Поэтому я выступаю за пересмотр такого формата работы, который был 20 лет. Я за пересмотр условий, на которых Одесская область участвует в еврорегионах. Я за создание в каждом районе области субрегионов для того, чтобы каждый район области мог напрямую инициировать получение денег от Евросоюза на свое развитие. Чтобы это было не настолько централизованным, потому что эта централизованность показала свою неэффективность. Все свелось к одному району, и, в принципе, вместо того, чтобы вся область была бенефициаром этих денег, этим бенефициаром является один район, что является, ну, как минимум, по морали и по совести неправильно, по закону в том числе, потому что еврорегионы создавались для того, чтобы вся область получала деньги, а не один только район. Угу. Поэтому, например, на вот эту концепцию, ну, бюджет этой концепции, когда я его буду вписывать, я его буду вписывать 1 гривна. То есть на решение этой проблемы не нужны деньги. На решение этой проблемы нужна политическая и административная воля руководства страны, руководства области в том, чтобы поменять этот подход. То есть на реализацию этого проекта не нужны деньги. Нужна воля, угу, понимание. И я насколько смог, настолько это, ну, розшифрував в своїй концепції. Ну що ж, давайте до третьої. Ну це, знаєте, чисті ґрунтові води. Так? Це дуже важливо. Ну, ми ж знаємо, яку воду, яка у нас вода, так? Скільки потерпає людей на своєму здоров'ї, так? Завдяки тому, що п'ємо таку воду. Але ж, знаєте, я так замислююся, колись там, можливо, років 20, там, ми навіть уявити не могли, що ми будемо колись питну воду купляти, скажімо, в магазинах, так? Але на сьогодні це є фактом. І є фактом не лише те, що ви зараз більш детально розкажете, там забруднюється, так? От, щось зливають, виливають, але і навіть ми ж всі знаємо, що особливо ті, хто живе в приватних будинках, так, вони хочуть якусь дуже свою чисту воду, вони наймають якісь організації, які приїжджають
і не дуже професійно це роблять. Тим самим вони теж забруднюють ґрунтові води, бо є технологія, вона коштує грошей, але хочуть зекономити і, як то кажуть, виходять і в мінус собі, і в мінус землі, скажімо так, іншим людям і нашій планеті. Значить, когда в начале передачи я обратил внимание на то, что громадам пропонується щось неймовірне в той час, коли у них немає каналізації. І именно каналізація, в моєму розумінні, является елементарным, даже элементарнее, чем дорога, элементарнее, чем многие другие вопросы. Когда на территории области существует приблизительно 400 населенных пунктов, из которых только города имеют канализацию, и то не все районы, ну, не все районы города имеют канализацию, то на самом деле мы имеем дело с миллионами и миллиардами тонн воды, отравленной фосфатами, отравленной агрессивными веществами, попадающие в грунтовые воды. Зливні ями. Абсолютно верно. Приватному секторі. Когда за державой закреплена забота о здоровье нации, на самом деле я вижу абсолютный, как вам сказать, повод заердеировать уголовное дело по статье «Экоцид» или «Геноцид народа», так как я не вижу никаких государственных программ по строительству канализации в населенных пунктах. И я в качестве примера взял населенный пункт, который мне понятен. Это Озерное Измайловского района, который я отношу к самым большим источникам загрязнения озера Ялпуг. Например, для города Болград единственный источник питьевой воды – это озеро Ялпуг. И если держава не будет разрабатывать и инвестировать, потому что громады сами не потянут такие большие инвестиции, строительство канализации, строительство очистных сооружений, то мы уже наблюдаем очень большую статистику онкозаболеваний на юге Одесской области. Это именно из-за того, что на территории одного приусадебного участка есть и колодец, откуда берется вода, есть и сливная яма. Они, как правило, у них один и тот же, та же конечная точка, это грунтовые воды. И цивилизация принесла в дом каждого человека сантехнику, цивилизованный мир, но куда этим агрессивным водам идти, то есть таких путей сбора и утилизации этой воды нет. Соответственно, мы просто травим почву, ну, уже много лет, а масштабы того, что происходит сегодня, ну, они их можно читать в открытой статистике. И моя концепция заключается в разработке стратегии и программы строительства канализации в населенных пунктах Одесской области. И для того, чтобы изучить сложности, с которым придется сталкиваться, взять один населенный пункт и, ну, в качестве эксперимента сделать это там. Проект, так? Да. И, ну и, соответственно, изучить, так сказать, то, с чем мы столкнемся во всех остальных населенных пунктах. В этом заключается моя концепция номер 3 – чистые грунтовые воды. В качестве пилотного проекта я предложил самый большой населенный пункт на Ялпуге, потому что Ялпуг связан с Дунаем, и если и это село расположено максимально на возвышенности, то есть ее земельный фильтр составляет практически 40 метров. Но есть населенные пункты, где им до грунтовых вод буквально несколько метров. Представьте себе, насколько они загрязняют грунтовые воды. Это не только грунтовые воды этого там села или района. Это грунтовые воды имеют свои течения. Это подземные реки, которые текут. Ну, на территории, ну, там, они не знают границ, или они не знают ни политических, ни административных границ. И в рамках здоровья нации, да, в рамках государственного строительства, в рамках стратегии, как ее громко заявили в ОДА, развития области 21-27, я считаю абсолютно, ну, не то что целесообразным, обязательным строительство канализации. Не можем мы развиваться, если мы не можем говорить о строительстве в Одесской области, как заявил президент, какого-то городка по работе казино, да, когда у нас нет канализации, когда у нас нет, когда ветераны АТО живут, ну, в коммунальных квартирах или еще хуже. Ну, то есть я считаю, что есть приоритетность, ее нельзя нарушать.
Нужно и казино, я не спорю, это тоже нужно. Но есть приоритетность. Если приоритетность нарушать, то тогда все остальное будет нарушено. Я буду против, чтобы у нас было городок для казино, но те, которые обнадежены и которым обязаны, остались на обочине. Но я не за развитый социализм или давайте всем все раздадим. Нет, я за соблюдение приоритетности, для чего и потратил время расписать каждую концепцию и пытаться донести, вот, донести до аудитории то, что я так вижу эту приоритетность. Не факт, что я не ошибаюсь, но я готов отстаивать каждую из них. Отже, концепція номер два. 100 днів, 100 проєктів. Ми сталкиваємося, от, коли ОДА об'явила брейншторм по збору от таких концепцій, на самом деле, на, з моменту об'явлення і до моменту брейншторма пройшло 4 дні. Сделать 5 концепций за 4 дня – это на самом деле рекордный показатель, так как я с этой работой, ну, знаком, да, я с этой работой сталкивался, концепции проекта писал. Я 4 дня в качестве эксперимента ничем больше другим не занимался, кроме как расписывать эти концепции. И у меня на это ушло ровно 4 дня. Соответственно, на брейншторме никто больше не представил ни одной концепции. И мне это было интересно тем, насколько этот реальный срок. Этот срок нереален. Плюс его продлили, ну, подачу продлили на 10 дней. Да, то есть ни о чем. Никто не может за 10 дней, это концепция, а там речь идет не о концепциях, а о проекте. И когда я понимаю, что в рамках разных там грантов или в рамках разных семинаров, которые проводит Министерство регионального развития или Кабмин, или ОДА, населенные пункты учат, как писать, но их оставляют на удинці с самим собой. Эти люди как бы теоретически поняли, что надо делать, а когда нужно практически сесть и твою проблему, твоего населенного пункта, вставить, расписать и сформировать правильную последовательность, цель, задачи, риски, партнеры, бюджет и так далее. Это на самом деле сложная наука, которой, ну, никто не хочет сопровождать эти населенные пункты в написании своих проектов. И моя концепция номер два предлагает, и в этой концепции я предлагаю свою такую бесплатную помощь в рамках разумного, консультировать 100 громад, чтобы они написали по одному проекту хотя бы. Потому что если у громады нет проекта, ей никто не дает денег написать проекты, их никто в этом не сопровождает. Они должны эту услугу либо покупать где-то, да, то есть у кого-то, кто умеет, либо они не могут ее расписать. И тому такая пассивность, так? Бо люди або не верят, что это как-то можно втворить в життя, або не понимают, как это сделать. Я сторонник проектного вида менеджмента и считаю, что ОДА должна говорить, вот у нас есть 1 000 000 гривен, мы готовы дать открыто, прозоро этот 1 000 000 той громаде, которая понятнее всех может объяснить, что она с ним сделает, как это сделает. Я вот для того, чтобы стимулировать эту конкуренцию, она должна быть добросовестной, она вообще должна быть. Это не должно быть вот эта постсоветская инерция, что вот субвенции и никак по-другому. Или если у нас есть народный депутат, готовый выбить деньги, значит, у нас будут. Если нет, нет никакой конкуренции. Я считаю, что громады, у которых есть потенциал, они должны устраивать конкуренцию с другими громадами, добросовестную конкуренцию. Для этого у них должны быть проекты. И этими проектами они должны хотеть как ВОДА, так и грантодателю, так и в Евросоюзу искать финансирование. Для этого сначала нужно свою проблему выложить в нормальной, понятной форме. На папере, так. Да. И в рамках вот стратегии 21-27 я предлагаю, чтобы мы помогли там 100 громадам написать хотя бы по одному проекту. Не сделать им семинар на 2 дня, вот как нужно писать, а именно сесть с ними и писать вместе с ними, пока они не разберутся в... Громадам не хватает научного подхода к описанию своей проблемы. Но они очень хорошо знают, в чем их проблема заключается. Поэтому мы сами без них не сможем написать, и они без нас тоже не смогут. В городах областного значения или в райцентрах больше научного подхода, но меньше понимания. Там много понимания, но не хватает вот этой бюрократии. Я предлагаю в рамках стратегии 21-27 взять 100 громад, 100 проектов, и просто взять и создать эту массу проектов, чтобы потом можно было искать или претендовать на какое-то финансирование. Ну, уже концепт концепція номер один, так? Інвентаризація можливостей, розуміння потенціалу. Абсолютно вірно. Коли ми говоримо,
когда областные власти или центральные власти говорят о громадах, не всегда понимается, что в этих громадах есть, что они могут. У нас нет паспорта инвестиционных возможностей. Мы каждый раз придумываем велосипед заново. Мы создаем целое агентство по вопросам инвестиций, пытаемся найти каких-то людей, готовых рисковать своими деньгами у нас в Украине. В своей концепции номер один я исхожу из вышеперечисленного и считаю, что нам не нужно искать инвесторов, нам нужно создать инвестиционный паспорт региону. Нам нужно в каждой громаде провести инвентаризацию возможностей, чтобы любой инвестор мог зайти, посмотреть и самому себе выбрать то, куда ему интересно поехать. Они сами будут приезжать и говорить: вот мы видим, у вас там есть канализация, очистные сооружения, значит, мы можем, предлагаем построить химзавод, который будет делать удобрения из этого, ну, из этих вод. Но мы не можем говорить ни о каком развитии регионов, ни о какой либо стратегии развития Одесской области, пока мы не понимаем, что есть у каждой громады, какие у нее есть возможности. У одних есть лес, у других есть вода, у третьих есть песок, у четвертых есть трасса поблизости. Поэтому нет панацеи, которая могла бы, ну, единой формулы, как решать. И в концепции номер один я предлагаю инвентаризацию возможностей – это понимание потенциала. Чтобы понимать, что может наша область, нам нужно каждый населенный пункт паспортизировать в части, какие у него есть возможности. И перед тем, как… Но это не означает оставить их: вот у вас есть там ресурсы, вот занимайтесь. Нет, ни в коем случае. Во-первых, когда эти громады претендуют на какие-либо деньги в виде субвенций, сначала этим громадам нужно максимально помочь, чтобы они конвертировали свои ресурсы и возможности в капитал, а потом только давать субвенции. И таким образом я бы очень хотел разрушить вот этот механизм царя, где вот там президент позаботится или там губернатор позаботится. Нет, вот есть громада, у нее есть ресурсы, их нужно изучить. А эти ресурсы могут быть не только природными, они могут быть человеческими, они могут быть, ну, экономическими, они могут быть туристическими. Сначала максимальное развитие потенциала, который есть, а потом деньги сверху. Угу. Вот, ну, такое мое видение. Я считаю, что вот есть проблема, и я ее называю так: отсутствие понимания ресурсного потенциала населенных пунктов. И эту инвентаризацию возможностей должны делать, не должны поручать районным администрациям, которые будут их кроить под, либо под свои интересы, либо под избирательные округа народных депутатов. Это должны делать достаточно совместные группы, в которые входят представители университетов, научные какие-то сотрудники, это должны быть чиновники, это должны быть лица из местного комьюнити. И вот эти люди должны по установленной форме сделать паспорт, инвентаризацию всех ресурсов. Потом эту инвентаризацию развивать в стратегию развития населенного пункта. И только после того начинать искать деньги. Поэтому они чуть-чуть между собой связаны, а одна перетекает в другую. Поэтому, но вы меня спросили, какая первая родилась. Первая была жилье для атошников, потому что она самый яркий пример несправедливости. И у нас дуже мало часу вже лишилося. На останок таке питання. Я так розумію, що у вас є команда фахівців, так? Я не знаю, розробляли ви це самі, але якщо якась концепція, можливо, 5, або вже там 2, 2 чи 3, ну, скажімо так, називаємо так, переможуть, так, і будуть профінансовані, хто ті люди, з якими ви будете втілювати це в життя? Якщо річ о концепціях, не требуючих фінансування, да, требуючих тільки політичної волі, то ця концепція преследует донести эту мысль до административного или политического деятеля или органа, который должен изъявить свою волю. Если это концепция, например, там, канализации, да, то я планирую, концепции, представленные мной в интернете, чуть-чуть отличаются от того, что требует ОДА. Там есть бюджет, там есть три уровня бюджетов, сколько требуется из государственного, из областного и из местных бюджетов. Я планирую, если в случае канализации, я планирую это делать вместе с сельской радою, я планирую это делать с
вместе с районными радами, к которым относятся эти проекты. У меня есть несколько коллег, которые имеют хорошее понимание в администрировании проектов. И, если честно, сегодня ОДА объявила не конкурс проектов, а сбор идей. На самом деле ОДА собирает идеи и собирается сама их реализовывать. Угу. Поэтому здесь никто не подразумевает, что мне будет делегировано право или деньги на реализацию. Хотя в развитых странах есть форма, когда держава делегирует полномочия и деньги на решение какой-то проблемы. Якщо якась ваша концепція підійде облдержадміністрації, ви що, не зможете приймати участь в її реалізації? Ні, приймати участь в її реалізації я буду, це в будь-якому випадку. І це піднімалось на брейншторме, яку організувала ОДА, тому що в її віді в ее концепции. Те, кто подают идеи, они подают идеи и потом теряются. Но на самом деле, если люди, которые расписали или разработали какую-нибудь концепцию, как правило, практика показывает, что их реализация этих концепций без них, как правило, отходит от маршрута. Да. Это не полная гарантия того, что если я буду присутствовать, значит, точно мы добьемся результата. Для меня важно было донести эти 5 концепций. Ну, ж, дякуємо вам за те, що прийшли до нас в програму, більш детально розповіли. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми на одинці з усіма був головний редактор журналу «Громадське слідство» Григорій Козьма. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.